Снег в Новосибирске идет уже вторые сутки. Если любители пеших прогулок любуются красивыми снежными деревьями, то автолюбители остро ощутили наступление зимы. Снегоуборочная техника сразу же выехала на расчистку дорог. В штатном режиме работаем. Переоборудовали с летнего на зимнюю, то есть КДМ-ки переработали. В зимнем варианте теперь, получается, производим прометание, посыпку проезжей части, подготовку снежных масс под вывоз, вывозим на площадки складирования снега, которые у нас имеются в Октябрьском и Заельцовском районе. С нашего ДЭО выходит по 5-6 единиц каждого района. У нас 4 района. То есть, соответственно, получаем такую цифру. Комбинированные машины – первые, кто выходит на уборку дорог. По сути, это основная техника в зимний период. Они могут сразу же убирать снег и посыпать дороги противогололедной смесью. Пришел к 8 на смену, по 8, получил задание. Выезжаем, собирается комплекс. Если дают задание мести, мы собираемся комплексом. Комплексом едем, метем. Вот сейчас я включаю установку, транспортер и круг. Начинается посыпка у нас, мы начинаем сыпать. Все поехало, мы сыпем. Прогресс, он же не стоит на месте. А новая жизнь, она никогда не дается даром, правильно же? Всегда надо учиться, стремиться, я не знаю, как еще сказать. Не знаю. Нормально, хорошо. Привыкаешь быстро. Ты же универсальный солдат. Время уменьшается, работы делается все быстрее. Думаю, заметно, даже по уборке города. Вспомнить, как убиралось раньше, это все было намного, наверное, медленнее и тише, потому что старая техника часто выходила из строя, на новые проблем меньше. Сейчас снегоуборочная техника работает круглосуточно. Уже за первые сутки с улиц города вывезли более 80 кубометров снега.